Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такую зубную пасту. Это, по-моему, новинка от Colgate, по-моему, таких еще не было, с иероглифами. Древние секреты, безупречная свежесть, лимончик здесь у нас и масло, и алоэ, да. Вот, вроде бы зелененькая должна быть. 75 миллилитров, опять же не 100. Здесь много всего написано, всего этого будет фотография в конце ролика. Так, здесь то же самое у нас, тут тоже что-то написано, и давайте ее посмотрим. Очень красивая упаковка, она меня привлекла. Там, кстати, были еще другие вкусы, были еще какие-то два, но вот этот брали больше всего, поэтому решила я взять тоже. Ну, раз люди берут. Ой, тут как заклеено даже. Секрет внутри. Там даже внутри секрет. Так, коробка пуста. Здесь секретики. Это приятно. А, вот, да. Были с цветочками. Так, были с цветочками со вкусом цветущего лотоса и со вкусом морской водянистый с, так, что там, морскими водорослями и солью. А нарисован как будто здесь, ну да, а я думала издалека здесь нарисован этот, как его, цветок цикорий, цветочек цикорий синенький, голубенький. Вот. Здесь тоже что-то написано. Всего этого я тоже предоставлю фотографию в конце ролика. Вы сами прочтете, посмотрите, если вам это надо. Вот, жалко, что нет зубной щетки еще в комплекте. Было бы очень приятно. Мне даже захотелось такую щетку. Открой секреты. Тут тоже много интересного написано. Честно говоря, когда я вытаскивала и думала секрет, я думала, что здесь просто такая вот бумага для упаковки какого-нибудь подарка, просто бумага. И я еще тогда про себя вытаскиваю, про себя думаю, что же мне ей упаковать, интересно. Так, посмотрим упаковку саму. Смотрите, как удобно. Удобно открывать. Есть где зацепиться, а то обычно, когда руки мокрые, пытаешься открыть, особенно шампуни, очень неудобно. Так, китайские рецепты. С маслом лимона, а даже масло лимона и алоэ. Такой он симпатичный, мягенький. Ой, а тут даже не запакован он, с блесками. Такой он, смотрите, довольно стойкий. Он, то есть, не жидкий, вполне может стоять. Сейчас вам покажу. Так. Он нежно-зелененький, как у нас заявлено тут. Да, они почти похожи, тут немножко позеленее, хотя где-то местами. Вот. Пахнет обыкновенной зубной пастой. С блесками. Давайте я сейчас попробую ее на вкус. На вкус такая она ядреная. Пенится хорошо. Ой. Вообще, сейчас у меня пузырьки изо рта пойдут. Вроде мазнула я совсем чуть-чуть. Но когда я ее по небу растерла, она такая с комочечками, такими мелкими-мелкими. Ну, как, в принципе, наверное, обыкновенная зубная паста. А когда я эту всю пену начала глотать, мне вдруг резко захотелось кашлять. И, не знаю, это чувство просто невыносимое. Не знаю, никогда у меня не было такого чувства. У меня там в глотке как будто обожгли чем-то. Не знаю, как с остальными зубными пастами, но в детстве я, помню, всегда глотала зубную пасту. Мне она нравилась, видимо, она была другая.
Не знаю, надо попробовать проглотить другую зубную пасту. Не знаю, почему это так, ну, это такая реакция. Вот, почистила я зубы. Она довольно жесткая. То есть паста. Обычно я наношу на щетку, языком ее придавливаю, она всегда мягкая, а это жесткая. И начинаю чистить. Очень сильно пенится. Пенится очень сильно. Из такой вот, знаете, маленькой такой вот капелюшечки было очень много пены. Обычно мало. По вкусу обыкновенная зубная паста, я не знаю, я не почувствовала там ни лимона, ни лайма, ничего. Честно говоря, я даже задумалась, а в других пастах я чувствовала ли вкус. Но, в принципе, лесной бальзам, вот зубная паста, там был вкус жасмина, зеленый чай жасмина. Мне очень понравилось, очень-очень прям понравилось. Такое очень вкусное. Вот. Ну, такой вкус приятный. Это необыкновенный и приятный. Вот, то здесь я не почувствовала лимона, то есть была здесь просто обыкновенная зубная паста, зелененькая, вместе с какими-то блестками. И все. Вот. Стоила она где-то около 80 рублей за 75 миллилитров. Не знаю, это нормальная цена или нет. Вообще, в принципе, если честно, мне зубные пасты Colgate вообще не нравятся. Никогда не нравились. Я всегда считала, что это самая обыкновенная зубная паста. Потому что, например, зубная паста, есть у них отбеливатель, она нифига не отбеливает. Ну, по крайней мере, у меня. Там другие, которые более сильные, которые специализируются именно на отбеливании, они, да, помогали мне. Но она всегда была обыкновенной зубной пастой. Никогда особо я не чувствовала там какого-то аромата, какого-то вкуса, там, который здесь должен быть представлен. Вот, чем, допустим, другие, чем лесной бальзам, они бывают разные, они вкусненькие. Там какие-то, да, действительно ароматы. Аромат чая мне прям очень нравился. Вот. Colgate я сама себе покупаю вот в первый раз. Обычно я покупаю себе лесной бальзам или лакалют. Ой, лакалют. Лакалют, да, как-то так. Вот, обычно его покупаю. Ну, как бы чередую одну такую. Сначала такую, потом такую, такую, такую. Вот, а это вот решила попробовать. Думаю, что-то новенькое. Ну, нет, она не отличилась. Единственное, приятно здесь упаковка. Красивая, красивый лимончик. Открывается очень удобно. Вот, меня удивил тот факт, что она не упакована здесь. Такое ощущение, как будто ее до меня кто-то открыл, попользовался, закрыл и убрал. Вот, не очень приятно. Вот, ну, видно даже, что вот она выезжает. С трудом нажимаешь, она довольно жестковатая. Вот, ну, и назад она... Хотя нет, уходит. С трудом, но уходит она назад. Вот. Выезжает. Вот она прям. И уходит. Уходит. Нет, не уходит нифига. Вот. А, закроем. Закрывается с трудом. Но приятно, приятная упаковка. Приятно что-то новенькое для кого-то, якобы. Вот. Ну, в принципе, вот такой у меня отзыв. Кстати, вот здесь тоже написано. Сейчас. Чуть-чуть, наверное, видите, тоже написано. Colgate. Вот. На сегодня это все. С вами был канал Artmania. Напишите в комментариях, пробовали ли вы такую зубную пасту, понравилась она вам или нет. Может быть, они вот другие вкусы, вкус лотоса, может быть... Хотя не знаю, как, насколько там будет вкус лотоса. Может быть, вкуснее будет она. Может, как, ну, хоть какой-то аромат от лотоса будет. И здесь там вкус соли, может быть, какой-то будет. Хотя она тут синенькая. Синенькая, наверное, интереснее. Хотя я на эти цвета, если честно, не обращала внимания. Я как увидела лимон, и сразу его захотела, и все. Вот, напишите мне обязательно в комментариях, пробовали вы или нет. Понравилось вам, не понравилось, чем понравилось, чем не понравилось. Вот, напишите в комментариях, что бы вы хотели видеть, какой обзор, какого продукта. Обязательно напишите, мне будет приятно. Я обязательно его куплю и сделаю вам обзор.
Вот, а на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Я их очень люблю, очень ценю. И всем пока-пока.